7 сентября Анна Малахова и Семен Сокол и Александр Рассказов начинают этот прекрасный понедельник, продолжают его вместе с вами, кто только что включил, скажем, Саша, спасибо. Спасибо вам огромное. Кто-то красиво играет, кто-то хорошо поет, а кто-то был бесталанной, некрасивой как девочкой. Как Анна от этого далека. И не говори, Семен. Александр Рассказов сегодня в нашей студии. Это «Утренний экспресс». Спасибо вам большое. Вы просто заряжаете нас сегодня потрясающим настроением. Александр Рассказов, виртуоз и мастер своего смычка и своей скрипки. Я знаю, что это у вас два инструмента, с которыми вы выступаете, да? Ну, два, бывает и три. В смысле, бывает и три? Бывает три. А всего ну, сколько у вас коллекция скрипок? В рабочем состоянии у меня три скрипки сейчас. Нет, то есть, вот акустическая, ну, у меня дома больше скрипок намного. То есть у меня чем много, комнат? Много, да, конечно, больше, чем комнат. То есть. Ну, у вас очень необычная форма скрипок, это пожалуйста, самопал, расскажите. Самодельная скрипка. Серьезно? Вы сами выпиливали? Да. Обалдеть. Скурили и все создавали? Так не конечно. Все в карантин скучали. А чем обусловлена эта форма? Так было проще сделать. Просто вот собрал все, что было. Та доска гладильная. Не гладильная. Я взял паркетную доску из красного дерева. Такой подумал, ага, так она тоненькая, узенькая. Ну ладно, пусть будет узенькая скрипочка, все нормально. Вот. Это из махагона, тоже из красного дерева. А елка, ну елки у меня много, поэтому. Сколько вы делали такую скрипку? Я, честно признаться, так. Не засекали? Месяца полтора делал. Вот, что-то шкурил, строгал, что-то там вышкурил, вот да, то есть там внутри полость у меня сделана, ну, чтобы она резонировала. Давайте открывайте свой магазин уже скрипок. Ну, для этого надо много времени, у меня больше концертов, чем скрипок. Много времени, вы же с 6 лет, насколько я знаю, занимаетесь. Да, с 6 лет я учусь. С 6 лет, а сейчас вам? 33. Бытует мнение, что научиться играть... 27 лет, это вам не хухры-мухры. Что научиться играть на скрипке можно только вот в раннем, в юном возрасте, что уже в 30 лет ты так не начнешь играть запросто, в 30 да? лет уже будет намного сложнее, потому что мелкая моторика левой и правой руки, особенно левой руки, потому что у этого инструмента нет ладов, ага. Приходится постоянно манипулировать в разных позициях, допустим, в этой позиции будет очень сложно привыкнуть к, ну, к мензуре, да, то есть получается. Ну, в общем, вы в ладах со скрипкой уже 6 лет. А как вы с щипком обращаетесь? Умеете? Да, конечно. А можно мы сейчас выведем, а вы нам, ну, я не знаю, это полька русская народная, какой-то, просто это же необычно очень. Смотри, можно как на гитаре играть, видишь? Знала? Ничего не могу с собой поделать. Ой. Сами в пляс спускается. Остановитесь, остановитесь. Получается, вы же и на гитаре можете играть легко абсолютно. Чего нет. Не скажешь о гитаристе со смычком.
Не, я на гитаре учился немножечко, так, для общего развития. Ну, маленькая гитара, вот как она называется? Укулеле. Да, у нее же тоже 4 струны, насколько я знаю, и там схема точно такая же. Нет, дело не в тоже 4 струны, дело в том, что это абсолютно другой инструмент. Это щипковый инструмент, там звук другой. У вас получается щипковый. Ну, на скрипке мне проще щипком играть. Очевидно, что на карантине вы не скучали, а всячески репетировали. Готовитесь ли вы к открытию сезона театрального? Конечно, так. Конечно, да, открытие сезона в театре уже вот-вот скоро. Уже отметили несколько недели, раз. В конце недели уже будет программы. Приходите в театр эстрады обязательно. Вот. А мой сольный концерт, конечно, в театре тоже поставили в программу. 11 ноября будет мой сольный концерт. И мы сможем увидеть всю вашу коллекцию скрипок? Ну, не всю, но я 2-3 скрипки на концерте задействую. Так. Сегодня мы весь эфир, конечно же, говорим про любимые игрушки, игрушки детства. У вас, помимо скрипки, какая-то еще любимая вещь? Помимо скрипки и фортепиано. Ну, у меня была машинка, это было в детстве, но что говорить, я даже не знаю. Машинка пожарная, гоночная какая? Скрипичная. Скрипичная, музыкальная станция, телега. Хотя велосипед трехколесный, помню, сейчас такие не ездят, но это было круто. Трехколесный велосипед. Конечно, мы его раздолбали. Да, мы вдвоем с братом со старшим ездили на нем. Он сзади стоял, там как вот раз так, две подножки вот ногой толкаешь. Да, да, он толкается. Да, все так делали, все, а по нам видно. По разбитым лбам, ударенным подбородком и так далее. Александр Рассказов здесь сегодня в «Утреннем экспрессе» вместе с нами. Мы еще, Саша, обязательно сегодня насладимся вашим аккомпанементом. Мы с вами немножечко потанцуем даже под него.